Украине 20.00. В эфире 7-го новости. В студии для вас работает Олеся Татар. Здравствуйте. Сегодня в выпуске вы увидите. В Украину наконец-то доставили сыворотку от ботулизма. Этот антитоксин невозможно свободно приобрести на рынке. Жизнь в руинах. Книжный переулок. 3 комнаты съехали вниз вместе со всем, что в них было. Культовый украинский музыкант считает, что концерты в Одессе срывают политики. Політики плюс політики, які впливають на мас-медіа. В Украину доставили сыворотку от ботулизма. Наша страна не закупала антитоксины с 2014-го. С начала года от ботулизма умерли 8 украинцев, в том числе и житель Одесской области. ПРООН доставила сыворотку из Канады. Этой партии хватит на 25 человек. Этот антитоксин невозможно свободно приобрести на рынке, но мы нашли безопасные лекарства, которые могут принимать как взрослые, так и дети. Они противостоят 7 видам ботулизма. Сыворотки будут храниться в Киеве на случай новых отравлений. По словам Ульяны Супрун, таких обращений пока нет. Мы оставляем в министерстве, и мы уже написали листы, чтобы в областях повідомили лікарів, щоб вони зверталися напряму до своєї області, і тоді ми будемо пересилати сыворотки. Реставрация моста Коцебу выходит боком. Все снова переделывают. Обе лестницы по бокам от моста оказались разбиты. Всему виной халатность рабочих. Они забыли проложить коммуникации внутри лестницы. От комментариев строители отказываются и прячутся от камеры. Ничего, уберите, просто уберите. Просто можете убрать? Не хочу. Ремонт моста обошелся городскому бюджету в 48 миллионов гривен. В мэрии обещали полностью сдать исторический объект еще в апреле. Оставалось лишь установить аутентичные перила и фонари и благоустроить прилегающие к мосту склоны. Но ремонт под мостом продолжается. Вокруг установлены защитные сетки. На всю стройплощадку их не хватило. Оригинальные чугунные ограждения до сих пор так и не вернули. Под областной прокуратурой сегодня митинговали пайщики недостроя на улице Жаботинского. Пикетчики заявляют, их буквально обокрал застройщик. В строительной афере уже разбираются полиция и прокуратура, но темпы расследования обманутым пайщикам оптимизма не внушают. Под областной прокуратурой пикет митингуют пайщики набережного квартала. Люди купили квартиры в строящейся свечке на Жаботинского. К осени прошлого года застройщик почти закончил одну из секций дома, но с массой нарушений. Стройку заморозили. Вот мы пришли сюда, к прокуратуре, для того, чтобы требовать справедливости. Потому что на самом деле руководители этой набережной, этой строительной аферы скрылись с нашими деньгами и нарушили все, что можно было нарушить. И пятно застройки, и этажность, и оставили нас разбираться со своими проблемами. В стройку на Жаботинского вложились 300 одесситов. Большинство уже оплатили квартиры на 90%. Теперь люди уверены, набережный квартал провернул типичную строительную аферу. Деньги взяли, а дом достраивать не собираются. По всей Украине, вот в Виннице, в Херсоне, в одно и то же время началось это строительство. Вот набережный квартал по всей Украине. Ну и получается, что и кинули они всех в одно и то же время. Просто городские власти как-то решают этот вопрос в Виннице и решают его как-то в Харькове. Предполагаемую аферу расследуют правоохранители. В прокуратуре уверяют, делают все возможное. Производство открыли по статье присвоения имущества. Однако набережный квартал тайно вывез всю документацию. На допросы никто не является. Установлены лица, причастные к совершению этого преступления, установлены адреса этих лиц, установлены их номера телефонов. Эта информация есть. На сегодняшний день недостаточно доказательств для сообщения о подозрении. Пикетчики договорились с прокуратурой о регулярных встречах. Если расследование не пойдет быстрее, пайщики планируют провести пикет уже в столице. Константин Га, Константин Длужневский, 7 канал. 2 месяца в руинах. После обрушения стены аварийного дома в Книжном переулке 13 люди до сих пор живут в развалинах своих же квартир. Оттуда никого не отселили, а обещанная реконструкция так и не началась. Местные жители разместили на здании плакаты с обращениями к мэру, надеясь, что так их услышат. Юлия Федорова расскажет больше.
Виталий Тарнавский, его жена и двое детей живут в руинах. От трехкомнатной квартиры осталось одно маленькое помещение, забитое вещами, которые удалось спасти из-под завалов. Над кухней нависают прогнившие балки и межэтажные перекрытия. Здесь страшно. Разбирать они как бы не обещают, потому что если его начинать разбирать, это нам всех выселять отсюда. Ну, я не как его разобрать, понимаете, оно же все сложено. Вот там люди живут, там за стенкой люди живут. Три комнаты съехали вниз вместе со всем, что в них было. Под завалами остаются мебель, бытовая техника и личные вещи жильцов. Дом признали аварийным в 2006 году. Тогда физический износ здания составлял 83%. Местным жителям обещали дать новые квартиры. Прошло больше 10 лет. На днях из департамента городского хозяйства пришли результаты обследования дома после последнего обвала. Теперь изношенность конструкции уже 62%. Абсурд. Дом помолодел. В мэрии, тем не менее, обещали восстановить дом. Ремонт здания собирались начать сразу, как появятся результаты экспертизы. После обрушения прошло почти 2 месяца, и в доме ничего не изменилось. Я готова посмеяться в лицо тому человеку, кто считает, что это можно реконструировать. То есть это будут выброшенные деньги налогоплательщиков в никуда. Как в унитаз называется, знаете, смыть в унитаз. Тут нечего реконструировать. Здесь нет штукатурки, дом полностью продувается уже давно. Он прогибается внутрь. Реконструировать невозможно. Представители ЖКС после обрушения были здесь лишь раз. Пришли, чтобы выдать предписание жильцам – покинуть квартиры. Дом в Книжном переулке окружен сигнальной лентой. Повсюду развешаны объявления с предупреждениями о возможном обвале. В полуразрушенном здании остаются жить 7 семей. Они бы и ушли, но некуда. Юлия Федорова, Никита Кричко, Андрей Кульба, 7 канал. Не служил, но мужик. На полигоне под Одессой проходят сборы членов территориальной обороны Раздельнянского района. Стрельба, тактика, медпомощь и не только. Что такое территориальная оборона и кто готов защищать тыл, расскажет Игорь Хмурый. Полигон Чебанки встретил нас дождливым утром. Но бойцы территориальной обороны Раздельнянского района не жалуются. Они на сборах 6-й день к ряду. Говорят, жара надоела и погодное разнообразие даже в радость. Что такое территориальная оборона, рассказывает местный военком. Территориальная оборона – это люди, которые находятся в районе, але за будь-яких причин не могли проходить службу в Збройних силах України. Є особовий склад, який залучався в прохоженні в зоні АТО. По суті, це мужчини, які хочуть уміти захистити свій дом, навіть якщо служити їм не довелось. К слову, не тільки мужчини. Проживаю роздільний, працюю в селі Старостине, фельдшерсько-акушерський пункт. І також там надаю допомогу. Позвонили, сказали, що проводяться такі заняття. И принять участь. Оказывать медпомощь в полевых условиях здесь учит боец, прошедший службу в АТО. Говорит, Луганской области провел больше года. Если серьезная артериальная кровотеча, то часу, как показывает досвід АТО, это не больше 15 хвилин. Если больше 15 хвилин, то уже людина втрачає свідомість, може стати без. Дуже багато крові втрачає людина і може померти. Как часто будут проводиться подобные сборы, армейцы не говорят. Шутят, мол, военная тайна. Но уже сегодня членов теробороны тренируют в гражданских условиях бок о бок с пограничниками. Игорь Хмурый, Алексей Филиппов, 7 канал. 5 деревьев и 7 крупных веток рухнули за ночь в Одессе после ливня с сильным шквалистым ветром. Больше всего деревьев и веток рухнуло на Черемушках и в центре города. А я напомню, еще 3 дерева обвалились вчера. На Екатерининской старая акация разбила сразу 3 автомобиля, припаркованных у кафе. Больше 500 внеплановых проверок на холстроев провел за полгода департамент архитектурно-строительного контроля обладминистрации. Причем 29 раз инспекторов просто не пустили на объект. Ревизоры наложили штрафов почти на 20 миллионов, но взыскать бюджет получилось только 600 тысяч.
За перше півріччя 2017 року виявлено 405 порушень містобудівного законодавства, в тому числі фактів самовільного виконання будівельних робіт – 143, фактів порушення державних будівельних норм – 122. ГАЗК добился в судах победы по 26 искам, однако ни одного нахалстроя так и не снесли. Глава обладминистрации Максим Степанов потребовал более ощутимых результатов. Я озвучил эту позицию. Там, где нет собственника и строится, то есть собственник скрывается по тем или иным причинам, что нужно брать это и сносить? Демонтаж зачищут. Ну вот становится сразу вопрос, который сразу после совещания мне задала Светлана Николаевна Шаталова, говорит, Максим Владимирович, а как мы это будем сносить? Зачем? Кто этим будет заниматься? Но сейчас будем думать, каким образом это сделать. Теплые кредиты. Новая госпрограмма обещает украинцам помочь с утеплением их квартир и домов. Энергосберегающие технологии позволят существенно сэкономить на оплате коммуналки в отопительный сезон. Полной компенсации расходов государство не обещает, но собирается заплатить 20% стоимости твердотопливных котлов и 35% цены энергосберегающих материалов или оборудования. Взять такой кредит можно в любом крупном государственном банке. Это государственная программа выделения денежных средств на ремонт жилого фондов, действует в городах и населенных пунктах Украины. Распределяется на многоквартирные, одноквартирные частные дома. Называется кредитом, потому что оформляется через банковскую структуру и государством погашается частично. Вы неправильно поняли. Для рассмотрения заявки банкам нужно 60 дней. Также заявитель должен подтвердить, что готов выплачивать такой кредит. Срывать концерты – это политическая провокация, так считает Олег Скрипка. Культовый украинский музыкант объяснил, что это делается для раскачки ситуации в городе и стране. Звезд, выступающих в России, он не осуждает, но сам в РФ на концерты ехать не станет, хотя приглашают активно. Я хочу ще раз повторити, що ця ситуація, вона побудована. Це не просто там вийшли патріотично налаштовані люди, люди зірвали концерт. Це все така програма. Спочатку десь там дають за мануху якісь премії, потім ті ж самі люди організовують провокації тут в Україні. Політики плюс політики, які впливають на мас-медіа. Сегодня Олег Скрипка выступает в оперном театре с оркестром народных инструментов. С утра артиста встретили юные фанаты караваем и стихами. Ну а перед концертом Олег Скрипка посетил военный госпиталь и поблагодарил атошников за возможность выступать в Одессе. Встреча была закрытой. Конфликт на Хуторской. Полицейские задержали грузовик. Ожидали найти левый бензин, но проверить груз так и не смогли. Водитель отказался его показать и в ответ пообещал написать жалобу на полицейских. Подробности у нашей Анны Грынев. Улица Хуторская. Под цементным заводом два патрульных экипажа и патриотичный грузовик. Желтый автомобиль остановили по наводке, говорят полицейские. Есть информация, что именно в этой машине незаконно перевозят и сливают топливо. Из экипажа 409 поступила информация от жителей города о том, что в данном автомобиле перевозятся горюче-смазочные материалы. Насколько мне известно, находится цистерна с вместимостью каких-либо нефтепродуктов, что именно в цистерне, мне неизвестно. И, возможно, есть приборы, чтобы заливать либо сливать эту продукцию. Никаких обозначений о перевозке опасных грузов на автомобиле нет. Да и находится ли там цистерна с топливом, полицейские проверить не могут. Водитель отказывается открывать кузов. А если не секрет, что перевозите? Вот. Ну, конечно, я не хочу делать рекламу, да, что я вожу и так далее. Это мои личные вещи. Есть у вас нефтепродукты в машине? Ну, буду ссылаться на статью 63. Пока в данном вот этапе. Проходит 2 часа, патрульные не могут найти общий язык с водителем. Подтягивается следственно-оперативная группа, общается с Вячеславом и составляет протоколы. Водителя еще раз просят открыть машину, но теперь он вызывает скорую, мол, плохо себя чувствует. Сейчас у нас находится 17:51, да? Вот меня остановили 14:46, да? То есть это уже, видите, да, вот мы фиксируем, вот больше 3 часов меня задерживают. Через щели в кузове можно рассмотреть пластиковые емкости и заправочный пистолет. Машину изъяли, эвакуатор отправил грузовик под отделение полиции. И теперь только решение суда позволит вскрыть авто. В свою очередь водитель грузовика пообещал написать жалобу на поведение полицейских. Анна Грынев, Евгений Ячменцев, 7 канал.
Опасное благоустройство. В Якорном переулке местные жители ждут новый потоп. Там начали строить парковку как раз над старым ливневым насосом. Кристина Немченко продолжит. Переулок Якорный. Здесь собираются построить парковку и облагородить территорию, высадить цветы и поставить скамейки. Вот только кто занимается благоустройством, неизвестно. И некоторых деталей строители не учли. Несколько дней назад сюда привезли песок, плитку и цемент. Начали готовить место под тротуар и парковку. Под плитами ливневый насос. Он и так едва справляется с потоками воды. Во время сильных ливней она стекает сюда со всех черемушек и Таирова. Местные прогнозируют плачевные последствия. Ковырнули старую плиту. Плита была у них 3,50 метров. 3 метра 50 сантиметров. Вот. Такой плиты они не нашли. Они просто-напросто нашли плиты мелкого диаметра, то есть меньшего размера, и положили ее полностью на старую плиту поперек. Не вдоль, как была старая, а поперек. И то есть старая вот эта вот плита несущая, сейчас все нагрузка на эту старую плиту. Вот это и есть наводнение. В воде деваться некуда. Все. Вот мы здесь находимся. По холодильник вода. Это видео снял один из местных жителей. Как сильный ливень, здесь сразу потоп. Сейчас строители поставили высокий бордюр. Местные боятся, что в непогоду их дома вовсе затопит. Пешеходные зоны, которые, ну, непонятно зачем. Ну, у нас с ними получится проблема из-за того, что поднимается уровень этой пешеходной зоны. А во время сильных ливней у нас наши ливневки и канализация, и сама канализация не справляется. План благоустройства территории здесь есть, но без подписи и печати. Кто взялся за благоустройство, можно только догадываться. Юрочкин Петр Николаевич, он, который производит конкретно реконструкцию 8-й станции фонтана, 15-й станции фонтана. И вот сейчас он реконструирует эту нашу 16-ю фонтану. Петр Юрочкин раньше уже попадал в одесские новости. Его называли арендатором кафе на Ланжероне, того самого, где покалечилась посетительница. Она упала на бетон с высоты 3 метров. Парковку на фонтане строить наняли несовершеннолетних парней. При виде камер они разбегаются кто куда. Здравствуйте, молодые люди. Что строим? Сколько вам лет, молодой человек? Прораб. Он должен был к нам подойти сейчас, к нашему, то, что мы подойти и объяснить. Вот у меня документы. Нету никаких документов. Нет никого, ничего. Если не объявится хозяин объекта, местные обещают разрушить уже построенные бордюры и перекрыть улицу своими автомобилями. Кристина Немченко, Игорь Казанжи, 7 канал. Осторожно, лето. Кому тепло и море, а аллергикам сыпь, насморк и трудно дышать. Многие привыкли винить в симптомах амброзию, но это далеко не единственный аллерген в наших краях. Каких растений стоит остерегаться и как бороться с раздражителями, узнавала Ирина Рогозянская. Уши, горло, нос, чешется лицо, волосы, кожа. Совершенно невозможно нормально жить и существовать. Олеся страдает от аллергии на амброзию уже 7-й год. В месяц на препараты приходится тратить сотни гривен. Но помощи от них мало. Аллерген всегда рядом. В первую очередь должны быть приняты меры со стороны городской власти и государственной. Почему? Потому что по 50-й статье Конституции все люди имеют право на безопасное экологическое пространство. В Евросоюзе и Соединенных Штатах Америки каждый гражданин, который владеет земельным участком, имеет список запрещенных растений. Он обязан следить, чтобы опасные виды не появлялись на его участке. В общественных зонах амброзию уничтожают химией. Для борьбы с ней даже создают волонтерские отряды. Одесса с такими методами пока не знакома. Остается прислушиваться к аллергологам. Кто точно уже знает свой диагноз и знает, что причиной цветения есть амброзия, либо полынь, можно начинать за 10 дней до предполагаемого сезона начинать применение антигистаминных препаратов. Можно начинать применение специальных топических спреев. Наряду с амброзией сильными аллергенами являются полынь и подсолнух. Ветер разносит пыльцу на много километров. Врачи рекомендуют в это время носить какой-нибудь головной убор. Чаще всего раздражитель скапливается именно на волосах. А если в жару любите спрятаться под кондиционером, попробуйте включить его и выйти из помещения на 5 минут, оставив окна открытыми.
Так пыль кондиционера не принесет вам вреда. Но самый главный совет при первых же признаках аллергии – идите к врачу. Как бороться с сезонной аллергией, узнавала Ирина Рогозянская, Андрей Кульба, Андрей Дьячков, 7 канал. На сегодня это все, но завтра будет новый день, и я снова буду работать для вас в эфире 7 канала. Следить за новостями вы всегда можете на нашем сайте, а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-32-26. Оставайтесь на 7-м, ведь это наш город и ваш 7-й канал.